Уже несколько лет Уральск обрастает новыми микрорайонами. И это не только коммерческая недвижимость, но и социальное жилье. Горожанам его выдают благодаря программе государственной поддержки. В свои квартиры только в прошлом году переехали 1500 очередников. Большой плюс – это фиксированная стоимость за квадрат 140 тысяч тенге. Стоимость коммерческого жилья нет. Ну, ориентировочно где-то у нас максимум 220 тысяч тенге за квадрат в области. Все очередники местных исполнительных органов и вкладчики жилстройсбережения могут получить данную квартиру согласно очереди. Это самые льготные условия, которые имеются на сегодняшний день. Люди въезжают уже полностью готовые квартиры с обоями, кафелем, ламинатом и даже газовой плитой. Комнаты просторные, например, площадь этой трехкомнатной квартиры 83 квадратных метра. Многодетная мать Карлыгаш Закарина 30 лет ждала своей очереди. За это время дети выросли. Теперь пенсионерка в новой квартире встречает уже своих внуков. У меня 5 детей и 14 внуков. Раньше все время снимали жилье. Думала, что не дождусь никогда своей квартиры. Но в прошлом году мне неожиданно позвонили и сказали, что моя очередь подошла. Квартиру наследуют мои внуки. У них, слава богу, не будет таких проблем, какие были у нас. Панельные дома, именно в них заселяют очередников, ставят благодаря местному комбинату. Здесь делают фактически конструкторы. На сборку 180-квартирного дома из таких панелей уходит 4,5 месяца. В основе же панели – арматура. Она держит бетон и не дает ему трескаться. Поэтому дома из таких сэндвич-панелей считаются прочными. А отсюда выходят уже готовые изделия, которые используются для сборки каркасов. Здесь же на комбинате изготавливают все части конструктора. От плит перекрытия до лестничных маршей и лифтовых шахт. На каждое изделие есть своя форма с определенными параметрами. Они рассчитаны с точностью до миллиметра. Это вот с сушильного шкафа вышли панели межкомнатные, внутренние панели с дверным проемом. Да. Они вот процесс сушки прошли, теперь в данный момент будет разопалывание и его вывоз на склад временного хранения. Оттуда уже на объект. На строительной площадке дома поднимают уже из готовых железобетонных изделий. Например, здесь, в этом микрорайоне Северо-Восток, за несколько месяцев построили 3 дома. В одном из них уже живут люди. Такой же строительный бум в Уральске наблюдался 2 века назад. Здания до сих пор стоят. Директор Народного музея Староуральска Геннадий Мухин буквально по кирпичикам собирает родословную города. На каждом инициалы владельца завода, который своей репутацией отвечал за качество. Это мы собрали кирпичи со разрушенных зданий. Д – Додонов, Л – Ларионычев, К – Костин, вот там Б – Брындин. Это в начале 20 века на территории Уральска было 10 кирпичных заводов, потому что начался строительный бум, разрешили приезжим, как здесь называли, иногородцам, это в основном купцы Самары, Саратова, Оренбурга, разрешили здесь строиться и жить. Но Уральск прежде всего знали как рыбный город. Казаки, которые поселились там в 16 веке, превратили ловлю рыбы в доходное дело. До 10 тысяч человек собиралось на зимнюю рыбалку. Она называлась «Багрине». Такими вот пешнями пробивают лунки, с очками выгребают оттуда льдинки и вот такими баграми вытаскивают спящую красную рыбу. Она же спит слоями там. Сначала этими баграми ее будет, она начинает биться, цепляют. Кто зацепил, кричит «Скоро, скоро!». И тот, кто рядом с ним, бегут к нему, увеличивают лунку эту маленькую и вытаскивают. Самый первый улов отправляли на царский стол в Санкт-Петербург. Казаки тогда вылавливали осетров весом до 300 килограммов. Сейчас такие рекорды – дело невиданное. Зато везде есть местная килька в томате. В начале 2000-х она помогла уральскому консервному заводу пробиться на рынок. Килька в томате является всеми признанный продукт в постсоветских странах. Все ее знают с детства, все помнят ее вкус. Она до сих пор у нас имеется в производстве, очень пользуется популярностью не только в Казахстане, но и за пределами страны. Заури Берекешева продолжает семейный бизнес, работает над расширением ассортимента. Говорит, рыбные консервы давно не главный продукт, а вот уральскую тушенку знают во всем Казахстане. Спросом пользуются и национальные блюда. На юге в основном любят бараний курдак, говяжий курдак, шужок.
В северных регионах страны это у нас рыба хорошо идет. На западе, как говорится, все вперемешку. На предприятии производят больше 80 видов консервной продукции. В консервы стали закручивать и даже такое национальное блюдо, как мясо по-казахски, бешбармак. Эта продукция пользуется большой популярностью не только на территории Казахстана, но и за рубежом. В прошлом году экспортировали в Россию, Кыргызстан и Туркменистан больше 980 тонн консервов. Бешбармак готовят по традиционному рецепту. Главные ингредиенты – мясо, тесто и лук. Рассчитывают на любой вкус. Можно выбрать блюдо из конины, говядины и баранины. Оно готовится из лепешки. Лепешки взаимно специально приобретаются. Мясо, лук – все это смешивается и готовый продукт. Потом мы это все стерилизуем в закрытой баночке, герметичной. И уже заклеивая этикетки, ставим маркировку и отпускаем на реализацию. Здесь проводится полная стерилизация консервов. На протяжении 30 минут идет разогрев, потом стерилизация в зависимости от ассортимента. На данный момент это говядина тушеная высшего сорта. У нас формула стерилизации. 1 час сварим при 120 градусах. 200 тысяч банок в сутки. Такой мощности добились за 15 лет. Уральская тушенка теперь известный бренд. Ее даже включили в чрезвычайный резерв ООН. Кроме рыбы и мяса, в ЖЭС закатывают готовые обеды. Макароны с говядиной, тушеный картофель, он же в томатном соусе и даже лагман. Кукуруза, помидоры и соленые огурцы – это уже овощная линейка. У Западно-Казахстанской области очень выгодное место расположения. Регион находится на самом стыке Европы и Азии и граничит с 5 областями Российской Федерации – Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской и Волгоградской. Поэтому торговля здесь всегда была очень активной. А с созданием Евразийского экономического союза экономические отношения между странами укрепились. Здесь, на посту пропуска Сырым, который находится на границе с Самарской областью, всегда оживленно. Каждые сутки здесь проходит туда и обратно более 1500 большегрузов. Это самый короткий путь из Узбекистана и Кыргызстана в Россию. Транзитом через Казахстан в Москву везут фрукты, обратно продукты питания, стройматериалы и различное оборудование. Только Западно-Казахстанская область в прошлом году наторговала с Россией почти на 535 миллионов долларов. Еще год назад пост не мог пропустить столько автомобилей и фур. Собирались пробки и очереди, но инфраструктуру обновили. К двум полосам пропуска автотранспорта добавили еще 6. Дальнобойщикам стало легче пересекать границу. 10-15 минут проходим ее таможня. Тут построили, прибавили этих, побольше сделали ее, как-то она получше стала. Чем раньше было, мы в одно окошко стояли. Здесь побольше как-то народу работает. Одной из достопримечательностей города является вот этот дом наказного атамана. Его в 1825 году построил итальянский архитектор Дельмедино. Здесь в разные годы бывали известные писатели Крылов, Державин, Даль, Лев Николаевич Толстой. А в 1833 году здесь 2 дня жил Александр Сергеевич Пушкин. Уральск – единственный город, где был великий поэт. Теперь здесь музей Пушкина. На окнах до сих пор висят гардины, которые видел великий поэт. За этим секретером Пушкин успел написать 2 письма Натальи Гончаровой. В одном из писем он пишет, что тамошние казаки встретили меня хорошо, дали в честь меня 2 обеда, подпили за мое здоровье, накормили меня рыбой, икрой при мне же изготовлены. Но так как он был интеллигентный человек, он пытался икру размазывать по бутерброду ножичком, рядом сидящий яицкий казак ему говорит, мы здесь ее столовыми ложками кушаем. Пушкин приезжал в Уральск, чтобы познакомиться лично с очевидцами Пугачевского восстания 1773 года. Видеожурнал «Литературное Приуралье. Мозаика имен и лиц». Сергей Быков – современный энтузиаст-просветитель. Во время пандемии библиотекарь на собственные средства стал выпускать краеведческий видеожурнал «Литературное Приуралье». Все книги под рукой. Как не воспользоваться? Снимать и монтировать помогает знакомый оператор.
небольшие такие короткометражные фильмы, которые рассказывают о выдающихся писателях и поэтах нашего города и области, кто посещал наш город в разное время. Нобелевский лауреат Михаил Шолохов, Александр Сергеевич Пушкин, Владимир Иванович Даль и многие-многие другие. К участию в выпусках молодой человек приглашает ученых, краеведов, артистов и музыкантов. Даже камерный оркестр не отказал энтузиасту. Сотни просмотров в социальных сетях и ни одного негативного отзыва. Благодарят автора проекта даже зарубежные зрители. И Россотрудничество в Республике Казахстан на своем канале опубликовали все выпуски. Центральная библиотечная система города Костромы, они все эти выпуски выложили у себя на страницах и на сайте Управления культуры Костромы. И очень большие отзывы они нам пишут, что наши читатели, вот костромчане, очень с большим удовольствием смотрят эти выпуски, им интересно. К подготовке следующих выпусков библиотекарь начнет привлекать своих юных читателей. Дети сами будут читать произведения великих, рассказывать об истории края. Это будет уже другая история глазами нового поколения.